Все хорошо? Сэм, ты не узнаешь меня? Да, Кристина, Кристина из Берлина. Из Лондона. Из Лондона, точно, конечно. Рад тебя видеть. И твоего ребенка. Твою дочь. Она что, удирает? Кристина! Ты вещи забыла! Папа! Ты это сказала? Глория появилась в моей жизни внезапно. Я не был готов. Но я сделал все, что мог. Папа! Мама прислала мне письмо! Прекрати посылать поддельные электронные письма и скажи правду дочери. Однажды она поймет, что ты ей врешь, и поверь, это сделает ее по-настоящему несчастной. Я знаю. Это продолжалось 8 лет. Ты знаешь, что это такое 8 лет? Это целая вечность. Она должна вернуться, чтобы все было как раньше. Сэм, точно так, как раньше, быть не может. Она вернется. Дай ей немного времени. У меня нет времени. 2 плюс 1.